Добрый вечер. Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфиры. У студии для вас працует Евген Побаловец. Дети и дорослые зараз рыхтуются до початку нового навучального года, до якого застались лишенные дни. Удел у этой справе принимают представники органов влады. Сегодня выхованцам Гомельского и Мазырского дитячих домов были вручены портфели от имя старшини облвыканкама Владимира Дворника. Вероника Ворошилина с подробязностями. Перед початком свята у Гомельском дитячем доме гостям пропоновали мини-экскурсию по установе. Зараз тут выховывается 95 детей во возрасте от 3 до 18 годов. Для их стороны все умовы для комфортного життя, выхования, развития творчих и спортивных здольностей. Просторные помешкания для отпочинку, спортивная и актовая зала, обсталеванный компьютерный класс, опошнее ноу-хау, укомплектованный сенсорный покой для формирования функциональных и адаптационных здольностей детей. Полностью укомплектована и открыта новая сенсорная комната. Комната, которая рассчитана для, на воспитанников детского дома и направлена на снятие тревожности, агрессивности, на развитие творческих способностей детей. В сенсорной комнате имеет возможность работать как психолог, так и учитель-дефектолог. Девяти выхованцам Гомельского и Мазырского дитячих домов были урушены портфели от имя старшини облвыканкама Владимира Дворника. Свои первые ранцы, новенькие, яркие и наполненные самыми необходными школьными приладами, дети отримали во урочистой святочной обстановке в рамках масштабной доброчинной акции «Сберем портфель першокласснику». Я собираюсь пойти в первый класс, научусь читать, писать, считать. Мне такой красивый профиль подали, мне так все нравится. На Гомельщине доброчинная акция «Сберем портфель першокласснику» ладится что год и надорить радость сотням детей. Одночасово оказывает значную поддержку их школьной экипировке батькам. Нужно сказать, что акция набирает обороты. И к сегодняшнему времени, когда осталось два дня до начала учебного года, уже 1300 семей многодетных получили помощь, а более 700 первоклассников портфели в подарок от всех жителей Гомельского области и руководителей облсполкома, райисполкомов, структурных подразделений организации. Гэты прыгожие, безумоўна патрэбныя падарункі, портфелі со школьными приналежностями дети атрымалі с пожаданнями счастья, здоровья, поспехов у вучобе и невычерпной энергии на шляху до ведаў. Пойдем мы дружно в первый класс осенним ясным днем, а ваши добрые слова с собой в портфель возьмем. Уроками теперь буду заниматься. Запрошенные на свято першокласники порадовали присутных своей творчестью. Подчас театрализованной концертной программы дети разом с сказочными персонажами демонстрировали свои веды на конт в учебу в школе, присягнули на верность адукационному процессу, давши клятву першокласника. Меж тем, кроме пригожих портфелей, яны так само отримали импровизованные дипломы с гоноровым званием вучень и приемный солодкий подарунок – святочный торт от имя старшини Гомельского облвыканкама Владимира Дворника. Вероника Ворошилина, Валерий Гапань. Телерадиокомпания «Гомель». Подрыхтовка до нового учебного года протягивается как у школах, так и у каждой семьи, где есть дети школьного возраста. Подлично, что капсюль это собрать в ушне молодших классов потребится от 170 до 700 рублей. Коли это старшеклассник, то рыхтуйте 220-840 рублей. Все залежит от густу и материальных мощностей у семьи. До 1 вересня застается всего 3 дни, и тому, кто еще не все поспел набыть до школы, треба спешаться. Плата за користание комплектом подручников – особный артикул в списке расходов батьков. Вядома, что Беларусь – социально ориентованная держава, а тому суммы за подручники не такие уже и великие, коли уличить, что полову компенсует держава. В этом году, например, батькам третьеклассника за користание комплектом подручников треба будет заплатить 5,5 рублей. Это самая низкая сумма. А вот для шестиклассника веды обойдутся крыху дороже, чем вучням інших классов – 14 рублей 4 копейки. Связано это с введением в учебную программу нескольких новых предметов годом ранее. До речи, унести фиксованную сумму за користание подручниками сёлета треба до 1 кастрычника. Ребята со шматдетных семей имеют право на 50% скидку. А кроме того, есть категории детей, яким библиотекары отдадут подручники без подтверждения об оплате. Бесплатно пользоваться учебниками могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети с особенностями психофизического развития, учащиеся санаторных школ-интернатов, дальше учащиеся из семей, которые в соответствии с законодательством получают государственное пособие на детей старше 3 лет, у которых один из родителей является инвалидом первой или второй группы,
И также отдельные категории граждан, которые перечислены в статье 3 Кодекса Республики Беларусь об образовании. В Рогачове 1 вересня после реконструкции свои двери отчинит средняя школа номер 3. Усяго за 3 месяцы будовники, наставники и волонтеры выполнили вялизный объем работы, и навучальная установа изменилась до непознавальности. Як увогуле рыхтавалися до нового навучального года в Рогачовском районе, расскажет Дмитрий Котов. Для навученцев средней школы номер 3 города Рогачова день ведов все лето станет особливым. Установе адукации, якая была побудована 50 годов тому, давно потребовался капитальный ремонт. И вот сразу после закончения занятков у мая приступили до будовничих работ. Усяго за 3 месяца школа набыла зусім новый, как внешний, так и внутренний облик. Принимал участие, в помощи нам оказывали и родители, тоже им большое спасибо, и дети, и волонтеры, как нашего района, так и Жлобинского района. То есть все, кто был неравнодушен к красоте нашей школы и нашего района, все принимали большое участие. Змены закранули и школу номер 2. Тут отремонтовали кабинеты, переважно господарчим способом, переобсталявали стадион и упригожили школьную территорию. Примали удел и навученцы, которые працавали амаль все лето и таким чином допомагали своим наставникам. На базе нашей школы работает волонтерский отряд. Участвовать в этом отряде может любой желающий. Ну, коллектив, конечно, меняется. Это не постоянный состав. Детки, кто-то работает с утра до обеда, кто-то после обеда работает. Ну, принимают всегда активное участие. Работают с желанием. Приводили у парадок и установы, размещенные у сельской мясовости. У Городецкой допоможной школе-интернате, где научается и постоянно проживая около 100 детей, которые опынулись в непростой житевой ситуации, был реализован замежный проект. Итальянский фонд «Допоможем им жить» оказал спонсорскую допомогу большим на 50 тысяч евро. К нам приезжала делегация итальянцев в марте месяце, которая предложила проект по реконструкции санузлов и душевых кабин. И летом вот они в количестве 42 человек волонтерской группой приехали работать у нас. Работали 2 недели. За 2 недели провели огромный объем работ. По завагой не засталась ниводная установа района. 1 вересня за парты рогачевских школ сядут каля 6 тысяч хлопчиков и девчинок. И несумненно, обновленные и больше утульные школы посприяют досягнению высоких выников у новым научальным годе. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район. Гомельские автоинспекторы протягивают укоронять техничные новинки. Областная ДАИ первой в Украине набыла тренажер контраварийного керования. Что это такое и как это работает, доведались наши корреспонденты. У коллег из других областей и столицы такого обсталявания нема. Это не цацка, а тренажер, что дозволяет как новичкам, так и водителям со стажем выпрацовать реакцию на несподеванные ситуации на дороге. Органы керования и кресла регулируются, как у соправдном автомобиле. Автомобильный симулятор дозволяет отпрацовывать водительские навыки у любых умовах надворья, а так само у светлый и темный час суток. За каждое порушение правил наличиваются штрафные баллы. По выниках экзамену система дает отказ, пройденный испыт в тене. Не снял с ручника – штраф. Не уключил поворот – так само за увага. Поколь новинку усталевали у областном управлении ДАИ, где ее тестируют сами супрацовники. Симулятор полностью передает дорожную обстановку, дорожные условия, модулирует все ситуации, которые могут происходить на проезжей части, на дороге. Полностью передает то ощущение, когда человек находится за рулем настоящего автомобиля. Аутосимулятор будет выкарыстовываться для навучания собового состава. Программа мае несколько ступеней тяжкости. При складанных климатичных умовах, при контраварийном керовании, у сопровождении колон автобусов с детьми. Есть особная программа для навучания правилам дорожного руху неполногодовых на велосипедах. Мы хотим данный аутосимулятор здесь у себя на управлении ГАИ проэкспериментировать. Это пилотный проект, который, если даст эффективность на 100%, то, конечно, да. Дальше же пойдем приобретать и использовать на территории не только Гомельской области, но и будем с нашими коллегами делиться по всей Республике Беларусь.
Кресла з рулем і органи керування зробили у Росії. Програмне забезпечення поставили з Євросоюза. Коли виніки тестування задоволять автоінспекторів, симулятори будуть рекомендувати так само і для установки у автошколах регіона. Євген Побаловець, Наталія Ігнатенко, Дмитрий Радянко, телерадіокомпанія «Гомель». Маргарита Махнева, Марина Литвинчук, Ольга Куденко и Надія Лепяшко выиграли на Олимпиаде у Рио-де-Жанейро один для Беларуси медаль у веслования на байдарках и каное. Байдарка четверка стала бронзовым призером на дистанции 500 метров. Одиноголосно девчаты зарабили свой олимпийский выбор на корысть Мазырской специализованной спортшколы профсоюзов по веслованию на байдарках и каное. Наши корреспонденты побывали в установе, где выховывать олимпийских призеров. За выступлением белорусок у Мазырской «Здюшар» профсоюзов сочли уважливо и тренеры, и выхованцы. Девчаты так само тренируются на этой веслярной базе. И для своих молодших коллег яны приклад профессионализму, а так само наилепший мотиватору досягнений спортивных вершин. Смотрели мы с тренером, сидели у нас тут в комнате как раз в этот момент. И, конечно, волновались очень сильно за них. И были радостны, хотя они немного расстроились, сами говорили. Но... Ну, тут все переживали, мы. Видно, что они сильно тренировались и шли к этому долго и упорно. Мазырская «Здюшар» профсоюзов занимаются каля 1500 человек. И это без улику тех, кто не научается в спортшколе, але тренируется на ее базе. Профильные виды спорта, веслование на байдарках и каное, академичное веслование, а так само пауэрлифтинг. 7500 рублей от президентского спортивного клуба лишними не будут. Материальная база потребует обновления. Однако, куда пойдут гроши, керавництво «Здюшар» будет вырашать только разом с олимпийскими призерами. Без девочек я эти движения не буду делать, во-первых, а во-вторых, еще денег нет. Вот как они появятся, мы встретимся с девочками и с их помощью, и с нашей расстановкой по всем позициям мы этот коллективно обсудим. Самое необходимое там обновить там стиральные машины, пару прикупить, потому что нужно команды, когда работают, здесь все команды. Здесь и юношеская работает, национальная команда, сирка. Нужно обновить там, где места приготовления пищи, там прикупить кое-что и инвентаря взять немножко. Бронзовый медаль белорусского квартета у веслования на байдарках и каное с золотым отливом. Дисквалификация мужчинской команды, тренерского штаба и медицинских работников. И в вынику девчаты отправились в Бразилию без своего тренера Геннадия Галицкого. Не выключено, что его особистой присутности и подтримки не хапило девчатам, как подняться на больше высокую ступень пьедесталу гонору. И всегда тяжелее это в одиночестве сидеть, потому что знаешь, когда ты там, ты можешь и помочь советами. Вот именно эти предстартовые минуты напряжения, это его все-таки легче переносить вместе. Мы и привыкли так, все эти последние наши особые ритуалы перед выходом на воду, особенно в четверке, эти последние слова, где-то надо, может быть, пожестче, где-то с кем-то помягче, поэтому, да, нюансов много здесь, конечно же. Но, в общем, я скажу, девчонки молодцы, они справились с тем неимоверным, я считаю, напряжением и с психологическим давлением, и все-таки показали свой результат. Наши девчата оказались мощнейшими за обставины, и доказ тому бронзовый медаль. Про 4 года у Токио спортсменки и тренеры мают серьезный намер повеличить не только якость, но и колькость узнагород. Пожадаем им удачи. Максим Савин, телерадиокомпания «Гомель», про подтримцы агентства теленовинов «Белтелерадиокомпании». Футбольный клуб «Гомель» потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по футболу сярод команд первой лиги. У 16-м туру у Минску «Зелено-белые» соступили мясовому «Променю» 1-2. Светлогорский «Химик» на выезде соступил Барановичем 0-5. Гомель «Чыгунтранс» примал на своем поле «Смолявиши». Матч был особливым, и он отбылся не на штучном покрытии «Здюшар-8», а на траве культурно-спортивного комплексу «Локомотив». Чыгуночники вернулись на родную арену. И главной задачей было не сапсовать дебют поражением. С этим гомельские футболисты справились. Первый тайм застався за гостями. Футболисты «Смолявиша» гуляли больше небеспечно в атаке, и они створили несколько сапраўды небеспечных моментов. На счастье господаров, после первых 45 хвилин на табло были стартовые нули. У другим тайме хамельчане выровняли гульню. Моменты, хоть и не часто, возникали для ворот обеих команд. Однако забитый гол глядачи так и не убачили. «Смолевичи» играли строго. Строго от обороны, в общем-то, играли. Не было свободных зон, куда бежать и куда должны были идти передачи. Поэтому такая получилась игра в первом тайме. Но во втором уже больше раскрылась. К сожалению, не довели до логического завершения своей атаки. После 16 згуляных туров Гомель узначальвает таблицу. Чыгуночники на 4-м месте, Химик на 12-м.
Гэта іншы навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Паблавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.